хочу написать то, что все думают, то, что я слишком наглая. Да, а что? Я хочу написать сейчас прямо, да? Не пофигу. А что такого? В чем проблема? Проблем-то никаких нет. Взять и написать. Зря этот гребаный скалинг, что ли, покупал или что? Да? У меня голова болит. Нет, она не болит, она такая. Когда я меняю положение, она как-то дает себе знать, что у меня есть голова, короче. Мой любимчик, как всегда. Я без него не путешествую, даже на 2 дня. Я еду в Сочи, кстати говоря, на 2 дней только. Она брала рюкзак, чтобы приезжать навсегда. Но знаете, что мне говорит о том, что я вернусь? Я не взяла свои перчатки и не взяла свое кольцо. Поэтому, да, вернусь в Геленджик. А, я не взяла еще в Геленджике свой загранпаспорт. Я зашла к бабушке местного гуфа. Он сказал, я пошла в жопу, я тебе ничего не давать не буду. Но я допизделась, и она сказала, ладно, хуй с тобой, приходи днем. Я пришла вечером, было уже поздно. Она подумала, что я ее убью нахрен. И сказала, приходи днем.